Марк Аревич Торловский. Сборник «Почтовый голубь». Цикл «Путешествие в будущее». Стихотворение «Морская болезнь». 13 июля 1926 года. Читает Лев Литвинов. Энергия хлещет за борт, и вызов кидает бездне. И молодость пишет рапорт в приливе морской болезни. И пишет она, что так-то и так-то обидны факты. И с берегом нет контакта, и отдыха нет от вахты. Простите мое нахальство, но слишком душу качает. И с флагмана ей начальство по радио отвечает. Чем старше судно морское, тем глубже его осадка. Сначала нам нет покоя, а после нам очень сладко. И жребий для всех единый состарит ваш юный трепет и парализует тиной, и ракушками облепит. Вперед же, смолою вея, по картам следуя здраво, гребите пока левее, успеете взять направо.